Всем привет! В этом обзоре пульт для медиаприставки Decolor DC802HD. Поехали! Итак, DC802HD – это 2-бета-2 приставка, которую можно использовать также в качестве медиапроигрывателя. Разработчики предусмотрели поддержку многих популярных видео, аудио и фотоформатов, что, безусловно, делает использование этой приставки значительно удобнее. Кроме того, и сам пульт достаточно интересен. Он выполнен из ABS-пластика на корпусной микросхеме, имеет нестандартный дизайн и такое нестандартное расположение кнопочек, которое, возможно, многим не будет удобным. Поэтому, в принципе, покупая приставочку, лучше, конечно, смотрите на пульт, или же вам придется привыкать к универсалу. Итак, по самому пульту комплектуется 2 батарейками типа 3А, соответственно, так как это копия, либо же у вас это будет оригинал, он не требует настройки, и если же вы все-таки захотите сменить этот пульт, вам понадобится универсал. С вами была Эльвина и DC802HD. Всем пока!